Да, только не быстро проворачиваем назад и отпускаем. Рано отпустил. Не обязательно отпускать в этом месте. Можно проворачивать, докуда проворачивать. Если есть у тебя хорошая подвижность в плечах, то можно вот так ее до этих пор провернуть и отпустить. А ты сильно рано немножко отпустил. Ты отпустил где-то вот здесь вот, она у тебя прошла прямо рядом со спиной. Надо как можно больше провернуть назад, чтобы, что может мешать? Да ничего, докуда может? Ну, естественно, не над головой ее, а за плечами вот немножко отпускать, а постараться подальше. Раз. Да, надо поработать на бросками, над плечами. Подальше.